Так, всем добрый вечер. Сегодня я снял у нас хосту, да, именно район хоста. Это, наверное, вступительное слово к этому району. Сняли мы там, получается, около 5 объектов, которые отдельно стоят, да, и 6 объектов, которые стоят в одной куче, да, около 10 объектов. Ну, сразу говорю, я тут посмотрел, вот мне просто нужно понять, стоит мне делать то, что я делаю. Вот, например, сейчас, да, я снял Соболевку. И целая куча комментаторов, там вот, район, там говно и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, я же вам не навязываю этот объект. Вы просите снять, я снимаю. Вы просите, чтобы я что-либо сделал, я снимаю. Вроде как бы решил вот по большому счету взять и в течение 2 недель снять так каждый район. Да, к примеру, Новый Сочи, да, Центральный район, Соболевка, да, к примеру, там Завокзальный, к примеру, КСМ. Прям именно проехаться, показать сразу именно скопом все дома в этом жилом комплексе, те школы, которые находятся в этом комплексе и все остальное. Ну, не, если честно, не понимаю вашу агрессию, ну, с чем это связано. Вы хотите, чтобы я вам показывал только хорошие, классные улицы, где дома у нас располагаются от 13 миллионов рублей, к примеру, там, не знаю, там, Морской дворец, да, к примеру, там, ну, не знаю, Империал, да, там, к примеру, там, Премьеры и все. Ну, или вам нужна картина Сочи, какая она есть на самом деле? Я могу сказать, что Соболевка, как бы многие Соболевку любят. Я сам лично Соболевку не люблю, скажу честно. Соболевку я не люблю, потому что как бы я прошел тот период, когда у меня был вариант, да, между тем, чтобы купить квартиру у нас на Соболевке, да, купить квартиру для себя, да, тот самый Green Palace, да, я мог спокойно его вытянуть, он столько же стоил по деньгам, сколько у нас стоил Мелодия Леса, а мог выбрать Мелодия Леса. Я выбрал Мелодия Леса. Для меня важно вот именно важно хорошие дороги, мне важно, чтобы я до центра доезжаю за 6 минут, мне это важно, понимаете, но это лично для меня. Ну, например, если бы я бы жил бы с семьей, я, может быть, Мелодию Леса не взял бы, да, если бы у меня был там маленький ребенок, что ли. Или если бы я, например, у меня была бы там какая-нибудь там бабушка со мной жила бы, какая-нибудь, что там она кое-как передвигалась. Да, конечно, в этом городе никогда в жизни не зашла бы, понимаете. Я посмотрел бы что-нибудь другое. Я поэтому вам и делаю, например, Дагомыс, да, все, которые там варианты есть, да. Поэтому, вот, не знаю, как бы. Если считаете, что это бестолковое занятие, да, снимать объекты по районам, вы мне так в комментариях напишите, скажи, этой ты херней занимаешься, давай лучше там по-старому, по-старинке, приезжай в дом какой-нибудь красивый, показывай и все. Потому что, как бы, я могу сказать, что на это все равно тратится свое, ну, я трачу свое время, да. Я сегодня мог, там, не знаю, там, сходить в спортзал, сходить еще куда-нибудь. Я сегодня на хост убил около 5 часов. Мы со Стасом взяли в свой выходной, в законный выходной, в воскресенье, встретился с 2 клиентами и взял, просто поехал для вас и все это сделал, всю эту работу. Я вам сразу скажу, тоже не каждый от хоста будет в восторге, особенно от цен. Как бы там цены космос, я могу сразу сказать. Если не брать это, так скажем, в обиход, так скажем, именно хоста Сити, да, там ценник просто космос. Поэтому что я могу вам сказать? Здесь тоже, ну, как бы, не от хорошей жизни берут, да. Вот, например, в Соболевке, да, квартиры идут там, ну, например, 50 тысяч рублей за квадратный метр. А, например, аналогично, например, верх Светланы, да, у нас низ Светланы, у нас будет стоить, квартиры будут уже стоить 130 тысяч за квадратный метр, 140 тысяч, понимаете? Если мы возьмем, например, ближе там прям в самый центр, чтобы была не Светлана, да, потому что Светлана все-таки Хостинский район, это там будет 150-170 тысяч, да? И, конечно же, у меня как бы разные клиенты, у каждого разный кошелек, я стараюсь снимать объекты и как бы, ну, дорогие, так скажем, по цене, и более такие, скажем, приземленные. И вот, да, вот такое вступление у нас к хосте. Еще раз вам скажу, районы, да, бывают, но опять же, я повторюсь, это город Сочи, у нас все находится на, так скажем, это все находится на горах, у нас узкие улочки, то же самое, что взять в Испании то же самое, я там был, я знаю, понимаете. Кто там сидит, диван-аналитик, и который никогда в жизни никуда не выезжал, или был в Испании только на центральной улице, да, где-нибудь был только в районе там церкви, которая строится, то это миф, заблуждаетесь. А я был именно в закоулочках, да, в разных там, как-то мы немножко заблудились, в отель поехали, и я там с таксистом побывал в таких местах, я могу сказать, что чем-то напоминает Сочи, понимаете?
Еще раз говорю, земля здесь очень дорогая, поэтому если такие-то варианты смотреть, да, если охота дешево, сердито, к примеру, дом у озера, да, он располагается на горе, да, там подъезд такой, да, много. Но цена 45 тысяч рублей за квадратный метр акционной квартиры. Где вы еще сможете взять? При этом очень хороший, очень качественный, обалденный по качеству дом. И который строится, и который будет вовремя сдан, понимаете? Ну и вот, конечно же, то же самое, как бы, касается вот именно всего остального. Я поэтому, как бы, ни в коем случае вас не агитирую там брать Соболевку или еще что-нибудь. Я вот мамайку снял, да, потом удалил, да, очень много было дизлайков. Давайте в этот раз я просто, ну, не знаю, я, наверное, все-таки мамайку сниму, потому что люди интересуются. Я сниму вам ее просто молча, а там вы уже сами будете для себя думать, ваше это или не ваше. Стоит там покупать себе жилье или не стоит. Что касается меня, да, какому району бы я отдал предпочтение, я бы все-таки сейчас бы отдал бы предпочтение району Раздольное. Или, например, там, где находится Мелодия Леса, там, где находится у нас ЖК Весенний, там, где находится у нас ЖК Люксембург. Это да, это нормально, хорошо, как бы отличное место, хорошо, хорошая развязка транспортная, легко хоть куда доехать, но это для меня так, понимаете, для меня. Для вас это может быть другой абсолютно приоритет, да. Как бы, и поэтому тоже, конечно же, я вам все это буду снимать потихонечку. Но опять же, при условии, что если вам это нужно. Если вам это не нужно, то буду, как и все другие риэлторы, снимать по старой схеме. Показал ЖК. Там даже как-то. Вот мне просто понравилось одно видео одной девочки, да, с. Не буду говорить, какого агентства, да. Она взяла, сняла у нас ЖК Романовский, она сняла у нас сам дом, саму всю территорию, и сняла пляж. А вот этот период, как пройти на пляж, она упустила. Ну, говорит, ну, до пляжа идти 10 минут, вот так вот сказала, и все. А саму дорогу на пляж не показала, по каким дебрям идти, с какой полосой препятствий и так далее, понимаете? Но это же получается обман. А у меня нет цели вас обманывать. Я хочу, чтобы, ну, у нас с вами, вот, да, вот, да, с тобой, вот, кто сидит, меня смотрит, у нас были хорошие, нормальные отношения, честные отношения. Да, вот так вот. И давайте еще тоже вам это вот маленькое вступление, да, именно вступление по, так скажем, именно по хосте. Потому что сейчас я сниму другой ролик, да, про вторичку. Все, давайте, пока.